И всем привет, друзья, с вами я, Артём Атёма, и сегодня, друзья, в видео я вам покажу крутой гайд, как убить мозг Ктулху самым легким способом для новичков. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаечек и погнали! Ну а для начала давайте ознакомимся с характеристиками этого босса и когда вообще его убивать. Мозг Ктулху, у него всего лишь 3250 хп. Его в основном убивают до хардмода, после глаза Ктулху или после короля слизней. Этот босс особен тем, что на второй стадии он делает различные иллюзии, из-за которых очень сложно понять, где мозг Ктулху. Ну а теперь давайте обсудим, чем же все-таки убивать мозг Ктулху новичкам. Я посоветую им два лука, смотря что за спайность в их мире. Первый лук это золотой, а второй лук это вольфрамовый. Опять же, смотря что за спайность в этом мире. Но вы, наверное, спросите, это же обычные луки, что здесь такого? Они обычными стрелами наносят там лол хп. Но, друзья, вот именно не обычными стрелами, а стрелами Джессера. Ведь они пролетают насквозь, тем самым нанося большой урон мозгу Ктулху. Так что, друзья, пользуйтесь, обязательно убивайте стрелами Джессера или вот этими луками. Ну а как же его все-таки призывать, вы спросите? Есть для этого два способа. Первый способ это взорвать бомбами три сердца, которые находятся в багряном биоме, в котором как раз-таки нужно его убивать. Ну а второй способ скрафтить его призывалку. Она делается довольно легко, из 25 пыли мертвой травы и из хитина, который выпадает с мобов, опять же, в этом же биоме. А теперь давайте перейдем к моим советам, как полегче убить будет мозга Ктулху. Первый мой совет, обязательно стройте арену к мозгу Ктулху. Она вам поможет активно мансить от его маленьких глазенок, которые бесит очень сильно. Второй совет. Берите обязательно фул максимальную броню на вашем этапе, потому что она очень вам поможет против мозга Ктулху. Ну и третий совет. Я советую вам взять три зельки. Первая зелька это зелье регенерации, вторая зелье это кожаная кожа, и третье зелье, если вы собрались убивать мозга Ктулху, как я и сказал, луками, то обязательно берите зелье лучника. И, друзья, хотелось бы вам напоследок повторить то, что убийство мозга Ктулху обязательно в прохождении террарии, ведь с него падает образец ткани, без него вы не сможете сделать кримтовую кирку, после которой вы будете добывать адскую руду и так далее. Так что, друзья, подписываемся на канал, ставим лайки обязательно. Если вы хотите, чтобы я дальше снимал гайды по террарии, давайте наберем под этой серией 10 лайков и подпишемся на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока-пока!